нужно впаривать народу потихоньку ерунду. Телефоны, телевизор, даже модную еду. Не, ну чё, смотри в округе, всяк творится чепуха. Вон сосед женою взяли в лизинг, в общем, кружака. Эх, мы с ним одни бы взяли, так таких полно вокруг. Постоянно воду мутят, жить другим, блин, не дают. Как нас смотрятся соседи, значит быть опять в беде. Через день другие едут, тоже в новом крузаке. И пошла волна по кругу, каждый хочет доказать, что он тоже что-то стоит, в этом мире так сказать. Что он тоже не из пальца, что хозяин он судьбы. И поэтому в работе прибавляются часы. День за днем проходят годы, худеет календарь. Каждый слесарь на заводе подбивает свой косарь. Показательная смена, смена передовиков. На доске почёта снова те же лица кругляков. Начиналось все как сказки, дом кредит гасился вдруг. Сокращают на заводе, в 7 часы пустили слух. Как же так, побойтесь Бога, пожалейте им дурака. Я ж еще под это дело 2 кредита взял. Домой пошире плазму, был бы счастлив я тогда. На двоих с женой нам дачу, чтоб состарились когда. Телефон, колье, цепочку, ты на шею мне купи. Все, короче, как в старой сказке, мне супруга говорит. У разбитого корыта, будем точно говорю, сдохнем на своей работе, пропадать потом добру. Осенило после смены работягу мужика. Все, устал на вас работать, на себя пожить пока. А другие не согласны, покрутили у виска. Мы хотим, как в сериалах, у богатых тоже так. Тоже ездят на работе, покупают все подряд. Ну а то, что сутки пашут, и в кредит, а то ж пустяк. Тихомолочку с супругой погасили мы кредит. Так-то лучше, так спокойнее, и сосед за стенкой спит. Не справится вовеки жизнь Ивана-дурака. Все в кредитах, все в проблемах, но зато на крузаках.